Привитос, амигос, продолжается, как там называется эта игра, короче, вот она и продолжается, хрен с ней. Ну да, я помню, Last of Us, я угораю. Значит, у тебя иммунитет? Станочек. Верстачок. По сути, это просто стол, где нет ни хрена, кроме краски бензина, но сейчас мы наверняка сделаем тут какое-нибудь оружие для аннигиляции зомбаре. Любила удрать? Да. Побродить по городу. Даже не знаю. Ну, блядь, револьвер я у мамку делал. Нахер он нужен с своими патронами? Как ты туда попала? Потихоньку. Хотя вот скорость перезарядки может прокачать. Короче, там оказался один такой, как вы говорите, бегун. Он меня укусил. Вот и все. Ясно. Марлин видела, как тебя укусили? А, надо подержать. Нет. К Марлин я обратилась потом. Странно, что она тебя не пристрелила. Ну, там она сзади, она рассказывает историю, как ее укусили, субтитры на верстаке выключились, но ничего страшного, потому что будет DLC, и в DLC это будет рассказано, как говорят в комментариях. Самым подробным образом можно будет узнать эту историю. Ну, так вот, а сейчас надо довести девочку до один патрон. Тут кто-то оставил себе, видимо, револьвер застрелиться, чтобы, но не успел. Дайте мне один патрон. Интересно, а лут тут рандомный? Или он вот всегда один и тот же лежит? Так, направо или налево? Направо или налево? Наше дело правое. Черт возьми, да тут целые катакомбы. В Dark Souls такому и не снилось. Я уже думал, что здесь везде пусто. Так, банка с гайками. Не знаю, зачем она нужна. Видимо, в Америке банка с болтами и гвоздями считается нехеровой находкой. А у нас в каждом доме, я уверен, где-нибудь стоит, где-нибудь в дальнем ящике стоит какой-нибудь железный сосуд, в котором ждут своего часа всякие саморезы. О, да ладно. Кыл-кылочка тва. А где язычок у этого колокола, интересно? Или он так? Муляр. А, по нему, наверное, снаружи били. Ну, знаете, типа... Да нет, нахрен тогда колокол. Извините. Идем, не отставай. В игре дождь, на улице дождь, везде дождь. Как весело, боже мой, чертова погода. Говорят, а что так много серий выходит? Так вы, бля, видели, что на улице творится? Что еще делать? О, мы в музее. Я хочу его пиджак. Или вот это, но это явно куртка как какого-нибудь там американского отца-основателя. Черт. Что черт? Что здесь было? Взрыв. Старый музей. Некоторым вещам тут сотни лет. Правда? Ух ты. Правда? Да. Вот этим вещам сотню лет, и они сохранились лучше, чем все остальное в этой игре за 20 лет всего лишь. Вот о чем я говорю. Так, что это такое у нас? Сейчас пригнитесь. Ну, пошли, пошли. А, нам туда и надо, так я сзади не все осмотрел. Кажется, у меня будет прекрасный шанс обследовать. Я жив. Я обойду завал. Опять они. Дэс. Бегом, бегом. Это щелкал щелкун, и Тесс, которая говорила, что, девочки, что если услышишь щелканье, замри и не шуми, она первая начала орать, что надо... Бежим, бежим отсюда! Тесс. Ебать! Кто это? Кстати, подсказали, что бомжи здесь на фонарь не реагируют. Вот этого я вообще не ожидал. Бля, ну это щелкунчик. Просто щелкунчик. Как там? Как эта песня была? Пусть внешне он... Блядь. На голове его... Ракушка.
Непонятно нихуя. Каким же хреном это существо ходит тогда здесь и не бьется ебалом об стены, если не видит нихуя. Щелкунчик. Фаталити бич. Грызи мой осколок ножа. Многие удивляются, почему я так хреново играл в предыдущей серии. Ну, блин, чуваки, а вы попробуйте после Dark Souls, да, где ты там целый марафон устроил и почти всю игру прошел, резко переключиться на стелс. Я на вас посмотрю. Все такие умники, блядь, что пиздец иногда просто, я охуеваю, читаю, блядь. Одни гении прям... Одни гейм-мастера кругом, боже мой, кто собрался на моем канале. Одни прям профессионалы. А это не как декларация, мать его, независимости. Да не, это музей какой-то. Хотя они в каком-то крупном городе. Карета. Санта-Клауса. Так, у меня всего два ножа. О, кирпич. Где кирпич? Возьму кирпич. Дачу строить буду. Бля, вот нельзя щелкуну сзади щелкнуть кирпичом по затылку. Опа. А мы задом. Так, надо как-то, блядь, что-то с ним сделать. Что-то сделать очень умное. Дубиной его не возьмешь, да? У него башка бронирована. Ёб твою мать, еще одна хуйня здесь ходит. Белиссимо, крадиссимо, крадиссимо. Пистолета, достаманта, стрелята, убивато. Ну, Врунгель, камон. Так, еще одна змея. Ёб ты, бля. Сука твою мать. Так, давай в окно бросим кирпич. Она явно придет посмотреть, что случилось. А у меня еще один кирпичик с собой. Охуеть, она уже повернулась, но он умудрился схватить ее сзади. Вот, а вы говорите. Кстати, я не играю на низкой сложности. Это пиздеж полный. Потому что на низкой сложности, говорят, автоцель включена. Я вообще играю на трудном, по-моему. Ну, на последней сложности я никогда не любил играть в такие игры. Мне Dark Souls хватает. И остатки моих нервов доебывают... А, фонарик надо трясти. Доебывают мои тиммейты из танков. Мне еще здесь вот психовать не хватало. Нервные клетки не восстанавливаются, а у меня уже и тратить нечего. У меня их просто нет. Нервные клетки, блядь. Картинам настал трындец, да? А? Так, что... Вот, если бы я эту игру сделал, я бы здесь дал возможность вооружиться шпагой, блядь, времен Наполеона, мушкетом каким-нибудь, ну, чем-нибудь таким попользоваться там, я не знаю. Коли уж в музей пришли, надо обыграть это дело. Не двигайся, чувак, не двигайся. Нахуй с пляжу. Как его срезал, а? Просто дукалис. Ебстись ты, колотись. А чё ж ты его сразу так не приласкала-то, ёпта? Нормально. Он тебе засосов поставил? Покажи шею. Опа-на. А ей-то чё? Она и так ему... Ох ты ебать! Дискотека, ёпты, бля! Сука, а нахуй я его схватил-то? Иди нахуй, петышара дырявый! Блять, да... Меня просто ногами, по-моему, пиздит уже. Чё происходит, блять? Нахуй вас, девочки. Сами. Главный герой в упор вообще не попадает. Потому что в упор это дистанция рукопашной атаки.
Пиздец какой-то. Надеюсь, они пока ее жуют, пока я хиляюсь. Да, пиздец, слушай, ну ёбнуться можно. Что с ним делать-то? Смысл драться с бомжами в рукопашную? Блядь, заебал. О. Какой прием ты умеешь делать? Чё ж ты сразу их так... Пиздец, какое дёрганье. Чёрт, еле отбились. Нормально. Пойдет. Говно, конечно, полное, блядь, здоровье просрал просто немерено. Надеюсь, тут хавчик попадется, чтобы я полечился. Ну, а револьвер, как обычно, подвел. Потому что в нем кончились патроны. Только в боевиках бывает, что, блядь, из револьвера могут убить 20 человек, блядь, ни разу не перезарядившись. В игре револьвер, конечное оружие, не знаю, антуражное, как сказать. Прикольно иногда с него пострелять. Особенно, если это магнум. Но, блядь, в большинстве случаев это настолько беспонтовое говно. Тесс, с тобой все в порядке? Запыхалась просто. Пизди ты больше, сюда. Я видел, тебя грызли. Пройдем на крышу. Ну, говорят, что это не зомбари, они... Ну, а ты как, нормально? В каком смысле? Пока дышишь? Во всех, ёб твою мать. Вроде да, только очень часто. Говорят, что ничего, эти зомбари, они спорами размножаются, поэтому, тогда видимо, если укусили, то неважно, типа, или что. Хер поймешь, как у них тут все устроено. Бусинка, а почему ты, блядь, опять с этой стороны двери оказалась? Я не понимаю, блядь. А я, кстати, понял, почему... Короче, в зависимости от здоровья героя, на геймпаде меняется цвет этого индикатора. Когда сдох, он красный, когда здоров, зеленый. Когда ранен, оранжевый. Синего, видимо, не бывает. В этой... А синий, когда бухнет, нам наверное. Нам куда? Наконец-то. Нам туда. Типа ждать устало, что ли? Нам туда? Мы в прошлый раз, по-моему, ближе были к этому куполу. Так, а как нам? Нам туда. А, тут доска вот лежит же. Отойди. Блять, никого рядом и нету. Кому ты это говоришь? Рюкзак у главного героя не то, что не первой свежести. Он как будто не первую войну проходит. Ну вот. Только иди осторожнее. Она немного... пожевана термитами. Но девочка, конечно же, высоты вообще не бздит. Типа, да мне похуй, да? Ну как, не разочарована? Еще не знаю. Но вид зашибенный. Идем туда. Чем он зашибенный, непонятно. Она как будто, блядь, из-под земли вылезла. Я понимаю, в метро 2033, когда видами восхищались, они там, да, всю жизнь под землей сидели, почти а здесь... Пришли. Не зевай. Есть, мэм. Интересно, а почему у этой спутницы главного героя нет детей? Но в любом случае из них получилось... Марш! Какая-то полукомедийная семья. Ладно, не отставай. Отставай, не отставай. А кому-то надо и лут искать. Нету ни хрена. Угу. Да, ну бегает главный герой со скоростью действительно пенсионера на пробежке. Ну я вижу, эта телега явно двигается. Куда ее надо приармянить? Ага. Где есть желтые ленточки, где что угодно в желтый цвет покрашено, там это и маршрут здесь. Хорошо придумали. И не портит
атмосферу. И заметно. Надо же. Пользуясь нашей логикой, моей логикой, точнее, сейчас понимаю. Мы поедем на такси, потому что оно желтое. Так, а как насчет полицейской машины? У-у-у, полицейская, вот это фары нарисовали. Ебстись, колотись, ну это вообще. Не, я, конечно, не ваномас, но пиздец вообще. Полный, блядь. Че это, как? Че за фары, блядь? О, боже. О, боже, мой левый глаз перестал видеть. Что это такое? Все, ладно, не смотрим на машины больше. На машины больше не смотрим. Восхищаемся всем остальным в этой игре. Машину не видно, не видно. Не смотрим на машины. Вот, музей. О, блять, он только что был очень далеко, уже совсем рядом. Предупреждаю сразу, небоскреб. Я не умею плавать. Кажется, тут справа не глубоко. Иди за мной. Ты не умеешь плавать? Я в гусином говне тоже плавать не умею. А судя по воде, хорошо, гуси в нее хорошенько насрали, блядь. В деревенских лужах постоянно такие, знаете, зеленые. Но мне кажется, что это говно гусей, которые там плавают. Да не за что. А у вас какая версия? Черт, я опять посмотрел на машину. Это знаете, как, когда высоты боишься, не смотри вниз, не смотри вниз. А когда боишься уродской графики, не смотри на машины в игре. А, поликонтраст. Чё они рекламируют? Кубы? Кубики? А это что такое? И как оно сюда приплыло? Какой-то групповой катамаран. Massachusetts State House. Не знаю, что такое State House. А, они же говорили, куда мы идем. Это как-то там американским словом называется, блядь. Не помню как. У нас его не употребляют. Нет, нет. Что теперь будет? А кто их захуярил, а что-то не понял. Что ты делаешь, Тесс? Господи, карты, может быть, у них блокады. Щупаю его, конечно. Подсказка, куда идти. Слушай, хватит, ну сколько можно? Сколько нужно? Не ори на защитника Кирквелла. Она не говорила. Кажется, это где-то на западе. Что мы здесь потеряли? Это не наше дело. А что ты знаешь о нас? Обо мне? Знаю, что ты умнее вот этих. Да ну. Знаешь что, Джоэл, мы с тобой очень дерьмовые людишки. Мы с тобой выживаем. Это наш шанс. Все кончено, да. Тесс. Мы попытались. Нам пора домой. Нет. Милые бронятся. Я никуда не пойду. Тилька тешится. Я уже пришла. Куда? Ну, сюда? В Белый дом? Везение не может длиться вечно. Да что ты несешь? Не трожь! А он у нее за воротничком там не чего? Меня. Вот черт. Она заразилась. А она-то как узнала? Джоэл. Покажи мне. Не надо, Джоэл. Покажи мне. Господи. Это вот тот зомбарию, да, пожевал? Правда. Дай сюда руку. Когда это было? Вот, сам посмотри. Два часа, они сказали. Меня укусили час назад. Час назад ее укусили. И ей хоть бы что, Джоэл! Ты должен отвезти девочку к Томми. Он знает этих людей, знает, куда идти. Нет, это твоя затея. К Томми? Я здесь ни при чем. А Томми-то при чем? Послушай, я знаю, ты не откажешься выполнить мою последнюю просьбу. Ты отведешь ее к Томми. Черт. Последнюю просьбу. Блять, главный герой такой невезучий. Это они. Твою мать. Я задержу их, но вам надо бежать. Что? Предлагаешь тебя бросить? Да. Я не оставлю тебя. Я не хочу превращаться в чудовище. Да ладно, ходила бы себе, щелкала. Что тебе надо? Пожалей же ты меня. Я не могу. Нет, уходи. Вообще не помню вот этого. Пошел вон. Пошел вон? Элли. Прости, я. Мне очень жаль. Пойдем. Вот ты как заговорила. После всего, что между нами было, да? Мы знаем, вы здесь. Бросайте оружие и выходите с руками.
Надо было у нее лучше патроны забрать. Что за нафиг? Ты понимаешь, что мы творим? Стой. И что мы творим? Просто бросили. Хватит. Не отставай, надо уходить. Мамочки. Мамочки, папочки, никто не поможет. Это Армагеддон. Сучка. Так, на хилочку мне. А, на хилочку мне хватит. Ой, блядь. А тряпок еще несколько кусков надо. Пиздец, Элли, раздевайся. Я долго ждал, что короче, но мне пиздец, как нужны тряпки. Там есть выход. Там стрельба уже идет. Тесс воюет в своем последнем бою. Сейчас она им даст просраться. Нейтрализована. Она подстрелила двоих моих ребят. Вас понял? Тесс. Ты ломаешь дверь, ты идешь со мной. Тесс готова. Пойдем, Элли. Тесс в лучшем из миров, как говорится. Они вот-вот ворвутся. Да, пусть в очко долбится. Врыватели. Проклятые. А, там количество указано, цельная эта тряпочка или нет. Блять, я еду найду сегодня, мне полечиться вообще не помешало. Но аптечку жалко по-еврейски просто. Бляха. Тут все есть, кроме жрачки. Господи, они что тут в своем конгрессе? Не ели, что ли, никогда? Фисташки, блин, не знаю. Чипсы, блять, что-нибудь. Ананас консервированный. Ананас, 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 блять, что? Что? Дед какой-то. С ружьем, блядь. Лучше бы у тебя жрачка была. Главный герой, кстати, пулю держал в руке, когда брал у него винтовку. Что говорит о том, что, видимо, винтовочный патрон у него появился раньше, чем сама винтовка. И что теперь? Джоэл! Да хуй ты орешь-то, ёб твою мать, откуда я знаю, что теперь, блядь, не нервируй меня нахер. Долбаные дети. Чёрт! Ёбаный в рот! Что теперь, что теперь? Это перестрелка теперь, походу. Все, я лечусь, я ебал. Ждать. Так, сейчас мы этого спецназовца придушим, походу. Не глупи. Блять, там негр грусти идет. Души его быстрее, нахуй. Что за хрень? Придурок, блять. Мастерски. Негритос-то тоже, походу, на геймпаде играет. Все, пошли. Блять. Вот это интрига. Я не хочу переигрывать. Это же опять лут собирать. Блять, а спецназовец-то в каске, ёпта. Винтовка его с одного завалит или нет? Хули там, блядь? Пошел в жопу. Где ваншоты, блядь, а? Надо фугасный, надо каморный зарядить. Каморный. Несмотря на то, что я четко прицелился в дверной косяк, засчитали как выстрел. Блять, он вообще тупой, слепой, блять. Все, идем, Элли. Так, сейчас. Элли, сходи, патроны поищи у них. Блять, а с чего они по мне стрелять собирались, если у них ничего нет? Козлы, блин.
Сука, малоимущие спецназ прислали, нихера у них нету. Видимо, эта игра установлена на то, чтобы держать игрока с постоянно... О, какая дыра в затылке. С постоянно низким количеством боеприпасов и не позволять ему стрелять веером от бедра ни в коем случае. Патроны выпадают только тогда, когда они у вас заканчиваются. Судя по всему. Ну тогда получается и лут должен быть ни хрена не рандомный. Так, ну у меня деревяшка вроде есть, да? Нет, нету, я сломал. Так, где это мы? Ага. Что нам делать? Джоэл, как отсюда выбраться? Да ладно, она сама спрыгнула со второго этажа. Для начала через этот холл. Пригнись, я не знаю, сколько их тут. Блять, еще трое. Четверо. Да вы что, меня троллите, что ли? А в этом коридоре что? А в этом нормально, пойдем. У меня есть ружье, но оно без оптики, вдаль не постреляешь. Тем более, ёб твою мать. Сзади еще! Вовремя ты голос подала. Блять. Они охуели, что ли? Он сзади. Пиздец. А у меня патроны кончились, хули мне, что он сзади. Мне хоть сзади, хоть сбоку, блять. Револьвер и пистолет, к сожалению, стреляют разными патронами. Чтобы я в бою еще и пушку менял. Это что у нас? О! Хавочка. Нет бы шоколадку. Блять, сколько она восстановила? Бля, у муравьев член длиннее, чем, сука, петюлька такая. Так, а вот и наш грозный спецназ. Где этот хрен? А вот еще спецназ. Если враг доебется до нас, за дело возьмется русский спецназ. На нахуй. Боже твой! У нас потери! Ах ты! Позиционный шутер. Я смог в позиционочку. Прогресс. Вот выход. Вижу. Спасибо, капитан Очевидность. Ни хрена у него нет. Тут лут-то искать вообще смысл-то есть? Вот ящик. Почему главный герой их не обшманывает? Такое ощущение, что он знает, в какие ящики надо заглядывать, в какие нет. Главное, Тесс сказала, что задержит их, но при этом она даже не заняла никакое укрытие. Она просто стояла. Она задержала их, ну, блядь. На секунду, наверное, блин. И подорвала их боезапас на один патрон, походу. Все, ничего у них нету, пошли не в жопу. Пойдем, Элли. Элли уже трупов повидала больше, чем ветеран афганской войны, походу. Просто вообще. И ей пофигу, она ни хрена не впечатлена. Ни хнычит, ни визжит, ни верещит. Просто пофигу. Смотри, там лестница. Спасибо. Пригнись. За подсказоньку. Подожди. Ты лучше бы кричала, смотри, там аптечки. Смотри, там патроны. Помните, это из Infinity, из Биошока, вот эта тёлка, которая с букером ходит, она ему постоянно бросала патроны, хилки. Она была полезным членом команды. Элли. Ну, Элли просто спутник. За нами гонятся. Щелкуны с ними разберутся. А мы их не боимся, мы их убьем.
правда, ножей нет, ничего нет. А у Элли нету респиратора. А, ей же похер, она не болеет. Пригнись. Нет цели. Прием, нет цели. Там солдат ходит. Один? Ну его в пень. Как ты можешь дышать этой дрянью? Я тебе не врала. Заметил? Нет, здесь никого. Черт. Я не видел. Поищу тут, вниз. Куда эти гады делись? Как ты можешь так говорить про маленькую девочку? Блять, Элли, ты палишь нас, походу. Ну давай! Блять, а шлем что, с одного удара сломал, что? Отпусти его! Ты нахуй пошел. Вы нас, кажется, убить пришли. Пиздец он живучий, а? Столько пуль, все похую. Либо в голову, либо вообще бесполезно стрелять в них. Затих. И фонарик погас сразу. А, я надеюсь, что ты мне оставил пострелять. Нет. Патроны у него, видимо, кончились одновременно вместе со мной. У меня один последний остался. У него вообще ничего. Можно было взять его на понт. Пускай сдавайся. У тебя нет шансов. Блять, у меня нету ножей, у меня нету патронов, у меня есть Элли. Каска. Главный герой каску никогда не возьмет, не подберет, на себя не наденет, потому что он знает, что... что врага его эта каска не спасла, не спасет и его, видимо. Не знаю, чем он руководствуется, пренебрегая броней. Сейчас окошко поорет под дверью и заткнет свою кормушку. Орет войти, орет выйти. Не заводите домашних животных. Они ужасно тупые, бесполезные, дорого обходятся и постоянно мешают. Так, блять, что, неужели тут ничего нет? Где-то же должен быть склад с патронами. Хотя бы маленький складик. Слушай, я не умею плавать. Самое время научиться, детка. Водный мир смотрела? Хочешь научиться плавать, прыгаешь в воду и машешь руками, что я тебе могу сказать. Чтобы нырнуть. Ух, под водой это как красиво. Еще воздух кончается. Блять, у меня такое чувство, что я должен плыть вместе с ней, раз она не умеет. Или что? А, вот она. А чё главный герой там не идет тогда, непонятно. Главный герой с понтом, что ныряльщик будет плавать. Ни хрена тут нету. Непонятно. Опа, она, я еще и задохнулся. Начал уже задыхаться. Или, мне что, и, блядь, акваланг найти, что ли? Записка контрабандиста. Смотри-ка, еще работает. Что там у нее работает? Много щелкунов и сталкеров. Понятно. Ничего. Только не оставляй меня тут. Кому ты нужна, нахрен? Я домой. Мне надо еще бабу новую найти. Мне не до твоих там этих вирусов, знаешь ли. Все, ничего больше нету. По-моему, я доплавался. Не высовывайся.
О-о-о. Ворчит что-то там. Блин. Знак цикад. Может быть, здесь у них тайничок какой-нибудь был. Да, может, и залупа конская, что скорее. По-моему, там что-то блестит еще, я не все взял. Ну давай ты, кусто хуев, ты можешь быстрее, блядь, нырять, всплывать, что-нибудь делать. Медальон цикады, пиздец, вот зачем он мне нужен? Предмет коллекции, бля, буду. Или он их расплавит, и что-нибудь из них отольется пуль. Что там внизу? Просто тупик. Все? Разговор окончен? Там лестница. Может пригодиться. Да, зачем? Дом будем строить? Или она на лестнице поплывет? Почему он не всплывает? Поддон. Она на под... Да. Поддон ее... Поддон плавучее средство. Круто. Хорошо. Ну, пусть будет так. Будем считать, что Буратино был тоже чертовски хороший пловец. Ну. Залезай. Чего? Эли. Ладно, ладно. Она уже залезла, а уже потом, блин, озвучка. Осторожней. Спокойно. Спокойно, обезьянка, все нормально. А мне как? А, лестницу. Тихо, на башку мне не поставь. Мы все знаем, что она алюминиевая и вообще нихуя не весит. Держу. Ты можешь быстрее это делать? Так, урна. О. А вот эти двери нельзя ничем открывать? Нельзя в замочек выстрелить и пройти? Ну, раз в обучении не сказали, что так можно делать, значит, видимо, нельзя. Опять грёбаная темень, зелень. Ничего не видно. Ядристы спорами, господи. Так. Что-то я очкую. А, нормально, вот мы и пришли. Пойдем. Насчет Тесс. Не знаю, что... Уговор будет такой. Ни слова про Тесс. Никогда. Мы с тобой вообще не обсуждаем прошлое. Второе. Ты никому не говоришь о своей особенности. Че, даже не поменем ее за рюмочкой, что ли? И ты будешь делать, что я скажу. И когда скажу. Ясно? Да. Повтори. Ты тут главный. Он сказал не это. То-то. Ты херово слушала. К северу отсюда есть город. Один человек там кое-чем не обязан. Может, найдет нам машину. Машину вам еще? Ну все, пошли. Куда они идут? Они идут, блядь, наугад куда-то. Я бы вернулся к главе цикад и спросил у нее точное место прибытия, потому что, ну... План рухнул, мы не можем найти. Нам туда. Сами базу. Вниз, срежем, так быстрее. Ух ты. Что? Ничего, просто... Я раньше никогда такого не видела. Чего? Леса, что ли? Дерево? Не бывало в лесу. А, в лесу. Классно.
Ну ты охуеешь, это и не лес, по большому счету, как я понимаю, это что-то. Вон там уже что-то построено. Так. Скверик. Ладно, наслаждаться природой, я думаю, мы пойдем уже в следующей серии. Надо посмотреть, как я гамму затемнил, хорошо или слишком темно. Ну и вообще, в принципе, большими частями, большими кусками игру проходить довольно нудно, потому что, ну, геймплей тут не самый бодрый. Начала были невелики. Она сильнее, чем ты думаешь. Без разницы. Сомневаюсь. Ну, а разговор они все равно будут разговаривать в следующий раз, когда запись начнет. Так что жмите, что-нибудь пишите, все дела.